11 мая во втором учебном корпусе КФУ состоится пятая серия «Ночи науки». На этот раз она пройдет в рамках года Николая Лобачевского и носит название «Ночной предел». Вас ждут научно-популярные лектории от ведущих исследователей со всей России, образовательные интерактивы, зрелищные развлечения, интерактивное обучение и знакомство с единомышленниками. Чтобы популяризировать науку, в частности, возьмем математику, для большинства людей это сложная, непонятная тема, а на самом деле математика присутствует в повседневности, мы каждый день сталкиваемся с математическими формулами, и как раз на этой ночи науки мы расскажем, что это такое. У нас будет очень интересное выступление, допустим, цвет с точки зрения математики, или как математика считывается в поэзии. Позволим взглянуть на науку под необычным углом. Кто может посетить столь интересное мероприятие? Ответ прост. Любой желающий. От самых маленьких почемучек до их родителей. Это уникальная возможность стать студентом на одну ночь и узнать жизнь Казанского федерального университета изнутри. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.